Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самайуктам Виндавана Манохарам Ванша калпатару ваша кипа синду бхавача патитананг павуне бхавишна вибью наму намаха мукан кароти ваача ланг пангун ланг хайтигрим ят кипа тамаханг банде парама нанду мадвам биндавитусиде бхипиавы кешвасача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кришна катхопадеш Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагнам Абиштадухам Тетас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Бхитатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ят Пада Паллава Накачанда Маничатая Биспуриджита кимапикуводушвадарши, Пурунану рагара сасагара сарумурти, Сарадхикамай кадакипам каруши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламмита бхужау канака бодато Шанкиртаной капитаро камала ятакшо Вишамбару диджавару йогадхарма пало Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван рупе на сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно приямананга мада пахарам Баранаси пурапати бхажави шванатам Ваги саджушо бадане Лакшмир жасача бхакшаши Жасьястиде самбид Пам шингамахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Тванг бхакти йога парибхавита хит сарожа асасе
Шитакшитапатананунатапунсам. Джад джад дхияту уругая вибхавати. Таттадапапу пранаясе садану грахайо. Твам бхакти йога паривхавито хитсарожу асасе. Шитакшитапатананунатапунсам. Джад джад дхияту уругая вибхавати. Таттадапапу пранаясе садану грахайо. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру told that if we are going to... Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если у нас есть безразличие, если мы не испытываем интереса к этой великолепной, возвышенной Мадхурасе, то сегодня или завтра мы пойдем в какие-то материальные наслаждения и потеряем свой характер. Если характер потерян, то все потеряно. И вот Чила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что если мы имеем безразличие к тому великолепному абсолютному, к Мадхурасе, то несомненно, мы пойдем в какие-то материальные расы, материальные наслаждения, потеряем свой характер. Мадхураса, несомненно, наша наивысшая цель в нашем Гаудия Бхаджане, как в соответствии с Сиддханта Шри Чайтанья Махапрабху. Тут путь, показанный Махапрабху, достичь того великолепного, высочайшего уровня — это наша цель, но мы очень, к сожалению, часто мы можем обнаружить себя в очень плачевном состоянии, настолько плачевном, что находясь в нем, очень трудно достичь той высокой духовной реальности. Кто-то говорит какую-то ложную философию, пытается как-то льстить нам, но суть в том, что обусловленная душа, для нее Кришна Бхаджан очень редок. Вчера я говорил, те, кто дживан-мукты, дживан-мукты, те, кто находится в своем... То есть те, кто уже при жизни достигли состояние близкого к освобождению, те, кто избавились от материальных обусловленностей, они все же живут в этом материальном мире, как мы с вами, но все же можно видеть, что они вне этих материальных ограничений. Они зовутся дживан-муктами. Рупа Госвами Пад говорит, дают нам наставление. И вот в Намаштаке есть такие слова. Мукта кулай, те, кто полностью освобождены от влияния майи, те, кто могут понять великолепие Кришна Бхаджана, только для них Кришна Бхаджан возможен. Все можно. Ну, конечно, другие тоже приходят на путь Кришна Бхаджана, не надо им мешать и останавливать, но то, что сказал Шрила Бхактивинода Тхакур, какие-то важные люди, имеется в виду в соответствии с материальными оценками. Не в соответствии с духовной традицией, а вот с точки зрения обычных материалистов. И вот они советуют, вот спрашивают у Тхакур, почему бы не позволить всем вступить на путь Кришна Бхаджана, выживет сильнейший и самый достойнейший. В чем плохого, если взять всех, как бы направить на путь Кришна Бхаджану, пускай все приходят в Мадх, что плохого в этом? Так или иначе, выживет все равно самый сильнейший. А Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, нет, мы не можем такого сделать. Шрила Бхактивинода Тхакур произнес такую пословицу, что лучше, если гошала будет пустая, чем
если будут там какие-то бестолковые коровы. И кому же следовать? Гаудия Баджа настолько великолепен, настолько возвышен, что даже те, кто ачарьи, они должны пытаться как-то помочь другим перед тем, как кому-то давать дикшу, они должны проверить, достойны ли это люди, пришли ли они совершать баджан или ради какой-то дешевой славы, каков их мотив. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, мы не можем позволить, кому попало, Гаудия Баджан, Гауранга Махапрабху, он настолько возвышен, что мы не можем позволить каким-то бестолковым людям осквернить этот путь баджана, и поэтому все наши возвышенные люди, ачарьи, возвышенные личности ачарьи, они подобны подметальщикам рынка святого имени. Рынок святого имени — это то место, где трансцендентная харикатха, харикиртан происходит, и это место, это обязанность ачарьи поддерживать это место чистым. Если какая-то, если что-то нечистое приходит, нужно взять и вымести это за пределы этого места. И если мы сможем поддерживать такую чистоту, то тогда у нас есть право говорить о великом Джайдеве Госвами. Иначе нет. Что я могу сделать, говоря об этом? Поскольку мы должны помнить, что Шриман Махапрабху день и ночь, последние 12 лет в Гамбхире, Махапрабху, он вкушал, он чувствовал вкус этой Адабава Маджари Бава непрерывно. Махапрабху, он вкушал вкус этой расы внутри Гамбхиры вместе с Рай Раманандой и Сварупа Дамодаром день и ночь. И на самом деле наш Гаудия Баджан, Гаудия Баджан, значит, я узнал от Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа, от Шрилы Прабхупады, то, что Гаудия Баджан значит с начала до конца. Это было, мы должны плакать день и ночь, мы должны чувствовать разлуку. Мы должны чувствовать разлуку с Бхагаваном, а мы, к сожалению, не чувствуем ничего подобного. И это не Гаудия Баджан. Кто-то спросил Гаукишу Дасбабаджи Махараджа, как обрести Бхагавана, как обрести Кришну. Бабаджи Махарадж сказал, можешь ли ты плакать день и ночь под именем, взывая к Кришне, к Гауранге Махапрабху, как вы плачете о каких-то деньгах, о родственниках, о женах, но вы не можете плакать о Кришне. И тогда вы не можете ожидать, что вы достигнете чего-то серьезного. И вот Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж часто говорил, что все, ничего не останется у нас. 1-0. Даже в какую-то негативную сторону мы можем уйти. И лучше находиться в какой-то отрицательном положении. И вот если кто-то продвигается в какую-то негативную сторону, это значит, он даже оказывается ниже нуля. И если вы разобьете в какой-то день ваше сознание, то вам сначала нужно будет вернуться на нейтральный уровень, на этот ноль, и потом уже продвигаться выше. И поэтому, пока вы, если кто-то...
И вот, наставление такое, что если кто-то что-то не знает, лучше ничего не говорить людям, а не пытаться их как-то дурачить. И лучше вот ничего не делать, чем пытаться навредить кому-то. Даже неосознанно. Твам бхакти йогу парибхавит хиссарожу асасе. Твам, хе прабху, о Господь, в соответствии с сердцем преданных, according to the heart of devotee, sophisticated heart of Hari Bhajan, bhakti, you appear inside вы явились the heart of that devotee accordingly. Внутри сердца этого преданного, как Нанданадана Шри Кришна не может явиться в сердце Туласидаса, поскольку тот стремился к Раме, к Рамачандре. И вот первое очень важное. И вот мы должны помнить об этом всю жизнь, даже оставив этот мир, что наш путь баджана — это шраутапанта. Мы не должны забывать об этом. Шраутакшита значит, вначале мы должны слушать от чистых гуру вишнава. В начале всего мы должны слушать с лотосных уст тех гуру вишнава, самосознавших себя душ, тех, кто совершает баджаны. После этого мы должны понять то, что они хотят нам сказать, осознать это, и тогда мы сможем видеть все так, как оно есть. Материалисты из-за своих денег могут купить билет до Вриндавана на самолет, но они не знают, что они сами, их родители, прадед и прапрадед, никто не может из них попасть во Вриндаван. Вриндаван — это не какой-то объект, в который можно взять и получить его даршан, взять и посмотреть на него. Сварупа Госвами никогда не был физически во Вриндаване. Но он написал Вриндаван Шатаку. Насколько это удивительно, хотя он никогда не был во Вриндаване за всю свою жизнь, но он написал великолепную эту шатаку в честь Вриндавана, поскольку он изначально из Вриндавана. Мы можем пойти с какими-то материальными органами чувств, но на Гавардхане многие видят одних обезьян, испражнений и прочее. И вот как Шили Пури Госвами Махараджи приходили преданные, говорили, что из Вриндавана, он спрашивал, как там во Вриндаване, но они говорили одни там канализации, испражнения везде, обезьяны воняют это всюду, вот это, вот так это они видят Вриндаван. А этими материальными глазами мы можем видеть только какие-то материальные вещи, а увидеть Бхагавана не так просто. Вот первое. Я хочу в какой-то день обсудить эту шлоку более подробно, но сейчас только одну шлоку. Шутакшита. Вначале мы должны услышать трансцендентный звук Апракита Шабду Брахму из достойного, должного источника, и потом Харикатхана войдет в наше сердце, очистит его. Тогда автоматически вы увидите все, поскольку с помощью Харикатхи, с помощью чистой Харикатхи Киртана вы можете очистить ваше сердце от такого процедура. Нет другого пути, и много раз я говорил. Ятха, ятха,
И вот в соответствии со степенью слушания Харигатхи с полным осознанием, с нашим, мы можем со способностью осознания мы можем развить даршан не с помощью денег, власти или еще каких-то материальных качеств, но с помощью способности к осознанию. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, вначале всего мы не должны пытаться увеличить количество обезьян в нашем обществе, в нашем гаудия-вайшнавском обществе. Мы не должны стремиться к количеству, приглашая всяких обезьян, собак и шакалов. Наоборот, нужно стремиться качество, а не количество, как Шивас Пандит говорит. Наши готры, наше количество преданных должно увеличиваться, но это не та процедура, которую вы следуете. И вот, что же говорить о Джайдеве Госвами? О ком Джаганат танцует в виде Джаганата? Слушай, имя Джайдева, сам Джаганат Чайтанья Махапрабху, они необычайно рады. Ну и кто я, чтобы говорить о нем? И вот что говорится здесь. If you are really interested about the excellent madhur lila vilas of Radha Govinda, of Prakita Radha Govinda, then you will have. Если вы по-настоящему заинтересованы в том, чтобы узнать о трансцендентных лилах Радха Говинды, то вы тогда должны зависеть от милости Джайдева Госвами. Почему? Джайдев Госвами, он великий ачарья на пути Гауди Бхаджана. Вы можете пытаться спорить, но Джайдев Госвами родился 1200 году по бенгальскому календарю. Как это возможно? Махапрабху явился в 1400 каком-то году. В то время Гауранги Махапрабху еще не было. Или когда Биломангал Такур родился, явился, был ли Махапрабху? Нет, его еще не было. Махапрабху потом гораздо позже явился. И откуда этот вопрос возникает? И вот одна сокровенная сиддханта, и хотя Джайдев Госвами родился перед явлением Шри Чайтаньи Махапрабху и Биломангала Такура, тоже явился раньше, Мадхавендра Пурипад тоже раньше. Что говорить о них? Даже я могу сказать Рамануджачарья, Мадхавачарья, Нибхакачарья,
Вишну с вами, все они получили даршан Шри Чайтанья Махапрабху. Здесь они приходили сюда, не все знают, даже Шанкарачарья приходил. Махапрабху сказал, иди отсюда, это не твое место. И вот Махапрабху сказал, что иди отсюда, это не твое место, это Навадвипа. Кто нет, Четушан, Саптариша, Навайогендра, кто все приходили сюда. Поскольку Гора Лила — это она вечная Лила. Какие-то глупые люди могут спорить. Шрила Бхактивинода Тхакура пишет такую сиддханту, что Джайдва Госвами пришел позже, Биламангала Тхакура пришел попозже, а точнее, Махапрабху позже их пришел, но они обрели даршан Гуру Аватара Махапрабху золотого цвета расплавленного золота. Они уже видели его. Биламангала Тхакура, Джайдва Госвами, Видьяпати, кто нет. Поскольку без связи с Гаурангой, без связи с Гаурангой, это это невозможно. Она невозможна. И вот Гауранга Махапрабху уже явился внутри его сердца, их сердец гораздо раньше. И вот я сейчас хочу сказать о Джайдеве Госвами. Он учит очень высокая тема о Джайдеве. И несколько. И мы очень чувствуем себя очень, так сказать, сложно в Кришнападжане. Но если спрошу вас, кто-то спросит, каково самое простое в вашей жизни, Шрила Прабхупад может ответить, что самое простое в нашей жизни. Кришнападжан — это самое простое, нет ничего более проще, чем Кришнападжан. Но мы не можем его совершать, поскольку у нас какое-то лицемерие. Кришнападжан, он очень прост. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что Кришнападжан — это самое простое, что может делать душа. Но мы, к сожалению, не можем, поскольку мы лицемеры. Есть какое-то лицемерие, и вот это очень долгая тема. Я хотел сказать о Дживататве, но все же это было недостаточно. Хотя говорил достаточно много, еще хочу сказать. Дживатма, она приходит из Татастха Шакти, я знаю, вы знаете об этом. Чит-шакти, Джив-шакти. Но мы не можем понять, что пограничная энергия Дживатма, я имею в виду Чинмой, Дживатма может как с духовной стороны, так и с материальной быть. И все Дживатмы, у них есть склонность к наслаждению Пурушака. На самом деле, в английском мы можем сказать, кто-то вот мужчина, кто-то женщина. Но в соответствии с санскритом Пурушастрина называется. Но о дживатмах, о душах. Но это не, как сказать, это не полное, не их подлинное «я». Если посмотреть на душу внутри их сердец, то уже сложно будет сказать, кто мужчина, кто женщина. Но одно точно. Поскольку дживатмы — это татастха шакти. Шакти значит — это энергия.
соответствии с физикой тоже. Но суть в том, дживатма, джив-шакти — это не джива-шакти. Если поищем, мы не можем найти джива-шакти, что джива-шакти — это внутри Кришны. Сварупа-шакти уже она внутри Кришны. Но джива-шакти не внутри Кришны, но она с Кришной. Она непостижима. Это одна из видов ачинтья-шакти, хотя джива-шакти снаружи, но все же она вместе с Кришной. Это нечто великолепное. И это джива-шакти. Мы можем сказать, что это шакти-татва. Радхарани шакти-татва, Лалита Вишакха. Они все шакти-татва. И дживатма — это тоже шакти-татва. Но дживатма мы не можем сравнить дживатму с Радхарани Вишакхой, Лалитой. Они сварупа-шакти. Они все исходят из сварупа-шакти Радхарани. Но они все татаста-шакти. И вот пытайтесь вспомнить, одна татаста-шакти джива. Одна татаста-шакти джива, если не достигает успеха, обретает сиддхи, то, несомненно, эта дживатма может достичь Голока Вриндавана. Так или нет, да. После совершения баджана. И вот она может так достичь Вриндавана и совершать сева. Как Брихат Бхагаватамрите описывается, как Гопа Кумар достиг Вриндавана. И вот если вы вообще собираетесь совершать баджан совершенным образом и достигли успеха с Рати Манджари Бавой или Гуна Манджари Бавой, если вы под руководством подлинного гуру, который уже обрел расататву, но у вас должна быть связь, чтобы достичь чего-то. Вот. И вот. И вот это не значит, что вы, оставляя тело, родитесь в Гуна-Манджаре во Вриндаване. Это не так. И, то есть, если вы достигли успеха в Бхаве Гуна-Манджаре, это не значит, что вы попадете во Вриндаван и станете другой Гуна-Манджаре. Это Майвада. Как кто-то думает, что если хочет занять место Гурудева, то нужно выгнать Гурудева с его поста и занять его место. Это Майвада. И вот чтобы занять пост Гурудева, Лалиты или Шаки, это Майвада по сути. И вот дживатма, когда достигает успеха с Бхавой Гуна Манджари, она может обрести такую Бхаву, но это не значит, что она займет ее место. Поскольку эта дживатма, она достигая успеха во Вриндаване, она достигает вечного служения, но все же это дживатма, не забывайте об этом. Эта дживатма, хотя достигла успеха, но все же она следует этой Гуна-Манджаре, имеет ее же настроение, но это не значит, что дживатма, она станет этой Гуна-Манджаре, например. Она будет следовать и жить под ее руководством, иметь такую же бхаву. Поскольку если какая-то дживатма достигает успеха, и вот какая-то дживатма достигает успеха, но все же она дживатма. Лалита Вишакха, Гуна Манджари, Рати Манджари, они исходят из сварупа-шакти. Эта дживатма, хотя может
достигла успеха, но все же она остается дживатмой, но разница только в том, что она достигла сиддх-совершенства. И те, кто вечные спутники, как Шрила Бхактивинода Тхакура Прабхупад, они не дживатмы. Не совершайте ошибку, я говорю, кто-то достигающий совершенства. Это одно, те, кто уже являются совершенными, как вот Гуру Шакти Сварупая Вигархая Намустате. То есть здесь говорится, что они именно Гуру Шакти Сварупая, что они уже, уже совершены и пришли по милости Гуранги, а не его Шакти. И вот Джайдев Госвами родился в Кендрабилваграме, в Бирбхуме. Если мы поедем в Качакрадаму, Нитянанде, то в Бирбхум, то нужно будет пересечь это место. И там доедете до туда, была очень бедная семья, но все же относительно образования. Если кто-то спрашивает, Джайдев Госвами, он великолепен. Он совершал баджан на берегу Аджая-ноди, реки Аджая. И там был известный Махадев на берегу этой реки. Он совершал харибаджан там. И потом, после того, как отец и мать умерли, он решил отправиться в Пурушоттам, там в Пури. И вот он отправился в Пурушоттам Дхаму. И вот он жил там, ну, где-то под деревом в основном, весь день находился в храме Джаганатха, ел подаяние, которое ему давали. И вот однажды какая-то семья приехала, бенгальская семья, жить в Пурушоттам Дхаме. Джайдев тоже как бы из Бенгалии происходил, но как бы нехорошо это говорить про преданных, но так или иначе. Они тоже с Бенгала приехали, они были великими преданными, и вот у них была девочка. Очень-очень красивая, но они очень бедны были. И Джайдев Госвами там где-то соседом его жил там тоже. И однажды Джаганатх пришел во сне к отцу этой девочки, сказал, что сейчас твоя дочь подросла, ты можешь отдать ее в жены Джайдеву. Вот там живет по соседству, это мое указание, вот выдай свою дочь за него. И этот человек с утра вместе с женой и дочерью пришли в Баджан-Кутир Джайдев Госвами. Джайдев, он был нищий. Почему вы пришли ко мне? Зачем? И вот Джаганатх пришел ко мне во сне. Я дал наставление, чтобы я отдал тебе свою дочь жены.
вот Джедев сказал, что я нищий саду, что буду с ней делать, я даже на себя покормить нечем. Зачем мне жена? И он тогда сказал, что это жена, это указание Джаганатха, вот я тебе ее оставляю, свою дочь, и ухожу. Бак. Ну, отец уже обещал Джаганатху, что отдаст, поэтому нарушить обещание нельзя было, поэтому сказал, вот оставляем свою дочь, и делай с ней что хочешь, мы ушли. Да, это же девочка Падмавати ее звали. Она начала плакать, слезы текли, как потоки Ганги. И вот он посмотрел на эту девочку и почувствовал боль в сердце, что если это действительно указание Джаганатха, я не имею права ее выгнать. И вот спросила, хочешь жить со мной, я нищий попрошайка. А то сказал, что не знаю это указание Джаганатха, вот он отдал меня тебе, поэтому делай со мной что хочешь, я никуда не уйду. И вот пришлось ее оставить. И с тех пор Джайдев понял, я хотел отказаться от нее. Ему было очень неудобно думать об этом, что я хотел отказаться от нее. И сейчас я обнаружил, что у нее огромная бхакти. Какой бхакти у меня? Я думал, что я преданный, но у этой девочки еще больше преданности, хорошо пускай живет. И вот после этого долгая история, потом не хочу подробно говорить о ней. Джайдев Госвами. Написал Гита Говинду. Она была написана Джайдевой Госвами, не только Гита Говинда. So he wrote this, Jayadev Goswami, Gita Govinda. And then that Gita Govinda. И вот он написал Гита Говинду, он очень знаменитый стал. И вот царь Ориссы, он очень счастлив был, слыша этого Гита Говинду. И вот однажды одна деревенская девочка был занят в работе в огороде. Вот они что-то выращивали, ходили на рынок продавать. И вот она собрала баклажаны, пошла на рынок продавать и пела этот киртан очень сладко. И вот она пела, она была полна бхакти, сам Джаганатх пришел в этот огород с баклажанами, чтобы слушать эту Гита Говинду с уст этой деревенской девочки. Джаганат пришел со своего дворца, чтобы услышать эту песню в исполнении, и что дальше случилось. Пуджари обнаружил Джаганатха, пришел грязный, но в огороде был. Ну, эти баклажаны еще колючие, вот он в колючках был. И в итоге царь начал поститься и спросил Джаганатха, почему, что случилось, почему ты в колючках, в грязи весь. Пожалуйста, ответь. Иначе нам очень неудобно. Джагнат пришел во сне и сказал, я пошел в огород с баклажанами, чтобы слушать Гита Говинду, написанную Джайдевом.
И вот я слушал там действительно, да. И с тех пор решил петь эту Гита Говинду для Джаганнатха. И вот что перед сном Джаганнатху поют Гита Говинду. Никого там нет, только Джаганнатхи, Девадаси. Те, кто посвятили свою жизнь Джаганнатху, они замужние. Эти девочки с этого... Ну вот, Шиматуда, где этот огород баклажаны. И вот с тех пор Гита Говинда очень стала знаменитой, и Джаганнатху всегда хотел ее слушать. Однажды царь Пури, он написал другую Гита Говинда. Он тоже был образован. Но не какой-то царь, непонятно какой, в общем. Какой-то неуточный, неизвестный какой. И вот какой-то царюк написал Гита Говинду, хотел предложить Джаганнатху, но с утра Пуджари обнаружил, что Джаганнатх пнул эту Гита Говинду, она где-то валяется там. Написанное, то есть он не принял эту Гита Говинду, написанную царем. Они поняли, что Джаганнатху это не нравится. И вот наш... Наш Джайдев Госвами, он пришел сюда, чтобы находиться в Майпуре, в Навадвипе. И вот где Джагай Мадхай Гад, там чуть в сторону пройти, там Баджанкутя никакого нет, просто место. Оно, ну, как известно, как Баджанкутир Джайдев Госвами, он жил там, и это также место, где он написал вот этот киртан. Эта новость распространилась везде. В итоге царь Бенгала Лакшман Сен, Сен Вамша, и вот Балал Диги. И вот если в Аманпукуре поехать в сторону Балал-Диги, там можно найти место, где можем обнаружить этот дворец Лакшман Сена. Балал Сеном был построен его отцом. Но я говорю во времени Лакшман Сена, и вот он находился там, и не столь далеко, где-то в Госвами, где-то в джунгле жил. И услышав, ну, вот этот киртан, он хотел встретиться с этим поэтом, вот он переоделся в обычную одежду простого человека. И он захотел встретиться с Джайдевом Госвами. Он пришел, попросил прощения, сказал, что хочет обсудить что-то. И в процессе обсуждения Джайдев Госвами понял, что он царь. Хотя не как себя не показывал царем, но как манера речи, настроение, манера. Джайдев Госвами понял, что он уже слышал что-то о нем. Он понял, что он царь. И когда Лакшман Сен попросил его прийти в его собрание, он хотел назначить его царским поэтом, поскольку в те времена Викрамадити, Акбара и прочие цари, они имели придворных пандитов, те, кто были сведущие в
каких-то мантрах, на науках, технологиях и прочем. Были какие-то там умные, необычные люди при дворе, и он предложил этот пост Джайадева Госвами. И Джайадева Госвами сказал: я не хочу разговаривать ни с какими материалистами, поэтому вот беру и ухожу отсюда завтра с утра. Что говорить о том, чтобы работать на царя? И вот Джайадева Госвами хотел уйти из Бенгала. И Лакшман Сен попросил, что я, пожалуйста, не буду с тобой больше встречаться, я обещаю тебе, я не буду встречаться больше с тобой, но пообещай мне, что ты будешь жить в моем царстве, в любом месте, могу тебе баджан кутир построить. Вот в Чамбахате он построил. Там брат Гададхара Пандита поклонялся там, и он, Шрила Прабхупада, потом получил это место. И вот он, в общем, там построил Баджана Кутира, выделили ему большой кусок земли, сад, сказали, чтобы жил там, ну, чтобы хотя бы утешением будет, что вы столь великие поэты саду. Кришна Бхакта хотя бы живете в моем царстве, и там нечто случилось. Джайдев и Падавати начали поклоняться Радамадову. Я забыл сказать вам, что Радамадов явился перед Джайдевом Госвами из воды реки Аджай. Radha Madhava is there always with, like shadow, always with. Whatever he is going, in bhajan kutir, broken, no, whatever, anyway he is there, always. So always there, okay, no problem. So he wanted to transfer there, of course, Chapahat. Chapahat is there worshipping Radha Madhava. И вот они поклонялись Радамадаву в Чампахате, там особые цветы Чампы. Золотого цвета. И вот он предлагал их каждый день поклонялся. И однажды Джайадев Госвами и Падмавати обнаружили, что Рада Говинда, они слились воедино и стали золотого цвета. Радамадов, он и стал Гурангой, и он благословил они оба, упали без сознания. И после этого Гуранга Махапрабху прикоснулся к ним и сказал, что вы оба великих преданных. Вставайте, я очень доволен вами, вашей поэзией и вашим настроением баджана. И вот вы не знаете, что это золотая аватара Гуранга очень вскоре явится в этой даме, в Навадвипе. Может, вы физически не будете уже здесь, поэтому я явился вам, чтобы показать мою золотую форму, и предлагаю вам эту необычайную прему, столь труднодостижимую. И поэтому, видя чувство Санари Брамана и во Вриндаване, и когда они говорили этот сценарий, когда Махапрабху был во Вриндаване, в Адикешев Мандире, в Мадхуре, и вот они поклонились друг другу. И сказал мне, есть вопрос, о Госай, я думаю, у вас есть связь с Мадхавиной Пурипадом. Смотрите, поскольку без связи с Мадхавиной Пурипадом
там достичь такой прамы невозможно, и да, действительно так, без гуранги никто не может дать эту прему, всю прему, которую вы можете обнаружить в жизни. Билламангал Такура, она тоже уникальна. И вот в течение 85 850 лет он в медитации созерцал лилы Рады Говинды. И вот вопрос в том, что Гуранга Махапрабху дал ему указание, что вы можете отправиться в Джаганнатхапури. Но почему? Нет, идите в Пури. Зачем? Почему? Мы не хотим пойти идти в Пури. И вот вы хотели уже пойти в Пури, поэтому давайте идите. И вот они отправились в Пури, хотя они не хотели уходить. И в Пури все, что случилось, вот с Гита Говинды, Махарадж говорит, что не придерживается хронологического порядка. И вот, в общем, с этого Чампахати они отправились в свое старое место. Кендра Биллограм на берегу реки Аджай. Какое-то время там находились, потом в Пури отправились. Но я хочу сказать о практическом. О том, что Гита Говинда была написана Джайдева Госвами там, в Кендра Биллограме. И вот Гита Говинда начал писать ее. Денег у него не было тогда. Он жил на подаяние. И Падмавати, она была подобна Лакшми. И вот день и ночь. Ну, в общем, все, что они собирали на подаяние, приготовили, предлагали. Джайдев Госвами начал писать там. И однажды он сказал своей жене, то, что я хочу написать что-то, но не могу. Как это возможно для меня написать? Так, но внутри своего сердца это приходит. Я беру перо и хочу написать, но не могу. Почему? Поскольку нечто необычное я вижу. Поскольку те, кто как Вьясадев, Туласидас, такие великие авторы, они пишут не из своего ума или памяти. Все, они просто описывают то, что видят. Туласидас, все рамлилы, которые он созерцал, он описывал их. Но Джайдев Госвами, то, что он пишет, это не значит, что он что-то придумывает или пишет по памяти. Нет, это не то, что произведено на фабрике его ума. Он описывает то, что видит, но он не осмелился написать то, что видел, как Кришна
прикасается к лотосным стопам Радхарани и ставит их себе на голову, и вот это его смущало. И вот он думал, как это возможно. Бхагаван Шри Кришна, он поместил стоп Радхарани к себе на голову, как это, не могу такое написать. Потом подумал, что может со мной что-то не так, лучше я оставлю то, что пишу, и пойду прямо омовение в реке Аджай. И потом приду и поем, и посмотрю, что дальше делать. И вот он пошел, Джайдев Госвами уже ушел, чтобы принять омовение в реке Аджай. И вот тем временем Бхагаван Шри Кришна принял форму Джайдева. Постучался, жена открыла, тот и пришел. Ну, только он недавно ушел, и тут вернулся. Опа, вы пришли, да, вы только что сказали, что пошли на Гадгу, тот сказал, что я пару строчек важных вспомнил и допишу, помоюсь дома, уж так и быть, и поем. И вот Бхагаван Шри Кришна в форме Джайдев Госвами, он пошел в комнату, сел, написал то, что Джайдев Госвами колебался написать. Он это все написал, и после этого он Падмавати думал, что это он пришел, и что чудесно каждый день Падмавати массировала стопы Джайдева, но сегодня чудесно она чувствовала какое-то необычное чувство, когда она прикасалась к стопам своего мужа, какое-то необычное чувство возникало, и какое-то чувство экстатической радости. И лицо его мужа тоже вроде то же самое, но все же какое-то сияние там. И вот она думала, что же такое, и потом он уснул. Падмавати пришла, я доела, он после того, как поел, он уснул. И вот она пошла доесть просад за ним, и тем временем пришел этот Джайдев настоящий. И вот постучал, открыла и увидела, что жена уже ест перед ним. О, Падма, ты с ума сошла, ты ешь передо меня, никогда такого не было, что ты говоришь. Ты же пришел, принял омовение, написал, пошел спать, и поэтому я тут ем просад, как что ты несешь. И вот Джайдев Госвами зашел в комнату и увидел, что потому что написаны были те строки, которые он колебался написать. So Krishna wrote, after that Jayadev gone mad. He is watching Krishna going to keep the evidence that I came. И вот Джайдев, Кришна, чтобы Джайдев не сомневался, Кришна оставил какие-то свидетельства своего прихода, чтобы Джайдев не сомневался и не подозревал ни в чем свою жену. И вот тот, вот в виде написанных строк, еще какие-то мелочи.
Джайдев был восхищен, и вот он начал есть остатки пищи своей жены, что ты моя гуру. Кришна пришел и благословил тебя. Я лишен такой милости, поэтому давай я даем то, что ты не доел. И вот он начал все это съел и начал. И еще пошел на улицу кричать, что люди, смотрите, насколько удачлива моя жена. Вот остался просад самого Шри Кришны. И вот Джайдев Госвами потом решил уйти во Вриндаван навсегда. Но как Джайдев Госвами мог идти? Он был в таком состоянии, в необычном. И вот как же до Вриндавана в таком состоянии дойти? Ну и идти не сложно было, и не идти тоже сложно. Вот она как-то его вела. И в итоге что случилось? Падмавати уже не могла контролировать своего мужа, поскольку он был преисполнен премы. И вот иногда он падал без сознания, иногда вставал, смеялся, иногда танцевал. Это невозможно было все это контролировать, и вопрос. Еще идти надо было далеко, тысячи километров. С этого с Кендра Биллограмма до Вриндавана, чтобы дойти, это где-то тысяча, сколько там? 1600 километров идти. Пешком, причем не было тогда транспорта, одни эти повозки бычьи. Но все же это было желание мужа отправиться в Вриндаван. И в итоге reach the area of Brajamandal. Brajamandal area, you know, area. И вот достигли the area of Brajamandal, области Враджамандалы, Джайдев Госвами. Он Радха Говинда, и увидел Радха Говинду стоящими под деревом Кадамба. Джайдев Госвами, он побежал, чтобы обнять лотосные стопы Кришны. Но Джайдев Госвами добежал до границы Вриндавана, и вот увидел, что везде отпечатки стоп Кришны, как на них наступать. И вот он так стоял на границе с Вриндавана с замешательством. И вот упал без сознания, приполняя всех его чувств, Падмавати помогла мужу. И вы не знаете состояние Джайдев Госвами и Падмавати. Очень сложное. И таким образом, в итоге Джайдев Госвами вошел во Вриндаван. И там Самадхи Мандир Джайдев Госвами во Вриндаване. И божество, которым он поклонялся, это Радамадав. Сейчас можно найти Радамадав Виграху там, в Джайпуре. Говинда Мандир и Гопинат. Недалеко Говинда Мандир. Если из Говинда Мандира хотите отправиться до Гопинатха, там недалеко, но до короля Мадхамахана далеко, часа 4 ехать. И я был, это изначально Виграха.
Джайдева Госвами, я уже видел ее. Это далеко. Из Джайпура можно пойти, это Виграхатам и Вада Дамодар Мандир. И вот Джайдева Госвами, Рада Мадхава Виграхатам и Рада Мадхава в Мандире заявляют, что Рада Мадхава там у них, но мы с ними не спорим, что толку. И вот Джайдева Госвами, он играл очень важную роль на пути нашего Рупануга Рагануга Баджана. Если скажу Рупануга Баджан, люди могут возмущаться, поскольку Рупа Госвами еще не было, еще не явился. Поэтому Мадхурья Баджан, можно сказать, такого более общее понятие. И вот как Гауранга Махапрабху, он вкушал, наслаждался вкусом этой враджа-расы внутри Гамбхиры. Внутри Гамбхиры. Последние 12 лет. И вот только слушая Харикатху и Киртан с лотосных уст Сарупа Госвами и Рай Рамананды, Махапрабху он выжил. Не было никакой другой поддержки. Махапрабху выжил, поскольку эти двое преданных, Лалита и Вишакха, они говорили Харикатху и совершали киртан, что это было, особо не говорили на сокровенные темы. И вот Джайдев Госвами написал Гита Говинду, и в Читане Чайтамрите написано, Махапрабху вышел благодаря слушанию этой Гиты Говинды, Джайдева Госвами, и слушая различные Таттва Сиддханту от Видьяпати из Митхилы, Бихара, Раксаула происходит, где место Сита Деви. На границе с Непалом находится это. И вот Митхила — это царство Джанак Махараджа. Он оттуда происходит, и наш Адвайта Госвами обнаружил. И вот на день явления Адвайта Госвами я вот более подробно расскажу об этом. Я от Адвайта Госвами, он хотел отправиться на паломничество, в итоге он встретился с преданными, Видьяпати был посвящен встрече с ним. И вот у меня есть старая книга, ее лет 100. Но не читаю ее, просто держу ее при себе, в своей библиотеке. И вот Махапрабху день и ночь, он вкушал вкус этой враджа-расы. И Гита Говинда есть особое. И что ж там это особое? Очень секрет. Там описывается сокровенные лила Рады Говинды. Обычные люди, у них нет права слушать об этом. Они могут превратно понять, и превратно понять, и это станет причиной их падения. Какие-то люди неправильно говорят то, что
что в обусловленном состоянии можно слушать эти возвышенные лилы, и все пройдет само собой, но Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакур, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрупа Госвами, Джива Госвами, они никогда не говорили ничего подобного. То есть не может быть такого, что какой-то сахаджи полный вожделения. Вот пракрита, и вот в Расалиле есть такая шлока. Много раз до этого я говорил, чтобы опровергнуть утверждение Сахаджи. И вот это, на основе этой шлока Враса Панчадьяй. И вот эта шлока, если узнаете объяснение этой шлоки от Сахаджи, то это станет причиной вашего падения. Но если будете слушать объяснение этой шлоки из должного источника, то тогда вы сможете выжить. Более того, совершая служение, достичь более высокого уровня. Это не какая-то гимнастика или какая-то зарядка, что можно тренироваться и чего-то достичь. Нет, мы должны служить тем Парамахамса Гуру Вайшнавам, которые уже находятся в Мадхур Рати. И есть много различных Парамахамс. Они могут быть разделены на три категории. Первая категория, вторая, третья. И какой Парамахамса? И я хочу прояснить, что те, кто Парамахамса Ачарьи Саду, и те, кто, у кого есть Мадхура Раса Рати, я хочу, если вы будете служить им, мы должны, наше сердце должно быть в гармонии с тем Парамахамса Гуру и сева, какое служение имеется в виду здесь, просто купить каких-то продуктов, этого мало. Наше сердце должно быть в гармонии с этим Парамахамсом, Парамахамсой, как Гуру Кешода Бабаджи Махарадж. Никогда не принимал никакого служения ни от кого. Если кто-то давал ему какие-то продукты, цветы, фрукты, овощи, он перед тем, как принять что-то, он смотрел, кто это дает. Если кто-то настаивал, он отдавал это коровам. Или вам Шивада Бабаджи Махарадж, кто-то давал ему какие-то фрукты, овощи. А у него Баджан Кутир был такой открытый, без окон и двери. Если какой-то бык заходил, ел арбузы там, и прочие овощи, которые ему принесли, то только он говорил: ешь, ешь. Один вор дает, другой забирает. Вот это на пословице на дакском диалекте. Just, you know,
И вот пример, вот Ашватхама Махати был прощен Панчапандавами, особенно Драупади. Юдхиштхира Махараджа говорит, вот спросили, что с ним делать, Драупади сказала, прощай его. Ну, хотя он убил пять ее сыновей. И вот Панчапандавы, они, Вайшнавы, они простили его, но Кришна до сих пор не простил Ашватхаму. Он до сих пор совершает баджан Пишайгауни. Кришна так и не простила. И вот я тоже сказал, но кто там сказал, Махараджа кого-то простил, но тот человек все равно просит прощения до сих пор. Ну, да. Если воля Кришны, что кто-то хочет оскорбить меня перед всеми, что делать, я живой. И вот поэтому я не переживаю о таких вещах. И что случилось? И таким образом мы должны служить лотосным стопам такого возвышенного Враджа Расика. Мы должны служить Враджа Расику, Бхакти, у которого уже есть Враджа Раса, тот, который достиг ее. И это служение мы должны совершать от всего сердца, чтобы Парамхамса одобрил это служение. Иногда это... Но мы делаем что-то, думая, что объект служения будет доволен этим. Но лучше спросить, что ему надо. Чтобы служить Махапурушу, надо узнать, что ему надо, узнать желание его сердце, поскольку не поймя, что внутри его сердца, просто дав какие-то деньги или еще какие-то материальные вещи, этого мало. Настоящее служение значит, чтобы он был доволен нашим служением. Шрила Прабхупад использовал такое слово, которое значит полное одобрение, без всяких отклонений. Если кто-то успешен в том, чтобы служить такому великому преданному, у которого есть Враджа Раса, то тогда, несомненно, он достигнет такой же прямо, как в случае с Ишвара Пурипадом. Это прямой пример. И вот Ишвара Пурипад, почему он обрел такую же прему, которая была в сердце Мадхавенды Пурипада. Ишвара Пурипад, когда видел, что темное, увидел темную, увидел просто облако, похожее на цвет Кришны, но уже упал без сознания. И вот Ишвара Пурипад, он был успешен в том, чтобы служить Мадхавенду Пурипада. Почему? И также в этом материальном мире, если какой-то материалист говорит что-то, вы не верьте им. Нужно смотреть на учеников, которые обрели полную милость Гурудева. А некоторые оценивают по каким-то внешним материальным признакам. Но это глупо. Оценивать гуру по каким-то материальным признакам. Главное, что мы должны понять, что кто обрел милость Шрилы Кешава Госвами Махараджа, например, или
милости Дады в Госвами Махараджа. Как мы можем выяснить внешние, мало внешние какие-то эти оценки, это неправильно, гораздо важнее выяснить, чье сердце находится в полной гармонии с Гурудевом, и тогда вы увидите, что, хотя он может внешне быть достаточно далеко, но его сердце, его суждения, его слова, его чувства, оно такое же, как у Гурудева. Но мы, материалисты, всегда совершаем какие-то ошибки. Подлинные ученики Гурудева никогда не говорят так, что я ученик Шрила Бхакти Прамод Подлинного Госвами Махараджа. И это неправильно. Гораздо лучше вести себя так, чтобы у людей было, людям было бы интересно узнать, кто же его Гурудев. Чтобы они сами, у них возник вопрос, кто же Гурудев, такой великой личности, как Рупа Саната, они никогда не прикрывались своим Гурудевом. И вот даже многие не знают, кто Гуру Рупа Санатана. Рупа Госвами Пад получил дикшу от Санатана Госвами, Джива Госвами от Рупа Госвами. А Санатан Госвами получил дикшу от, вот я говорил много раз, от брата Сарабхама Бхаттачари в виде пати в Вачаспаде. Он написал вот эти стихи. Никто не знает. Если спросить, мало кто знает, поскольку люди заняты каким-то гуруизмом, что мой гуру, мой гуру. И из-за того, что нет, у них нет осознания, поэтому всякая борьба происходит. Если у нас есть какое-то богатство, подлинное сокровище, мы будем стеречь его, не ходить хвастаться. Всем подряд. И в этом наше сокровище, духовное сокровище. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорил об этой сиддханте. Шрила Бхактивинода Тхакур, Сачитананда Бхактивинода Тхакур говорит то, что Враджараса вы не можете обрести ее, читая книги. Вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, нет, мы не можем. Это не та процедура, через которую можно обрести Враджапрему. Чтобы обрести Враджапрему, есть одна единственная процедура. Это она подобна заразной болезни. И вот так, если вы обретете связь, придете в соприкосновение с Преми Бхакти, то эта Према, она появится в вашем сердце. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит пример, как два облака, они когда встречаются. И вот Бхактивинода Тхакур приводит этот пример, что когда облака встречаются, то они обмениваются зарядом в процессе. Молния возникает в связи с разницей их заряда. Вот. И также, если кто-то по-настоящему хочет обрести Враджапрему, если он придет в соприкосновение с таким Враджа Расика Бхакта и с настроением служения, и также с этот саду одобрит его служение, этого севака, его служение, то произойдет обмен. Тут мы обретем эту прему. Это зовется также према рогой.
то есть такой буквально болезнью прамы, без которой вража прама невозможно, читая книги или слушая каких-то сахаджиев, ачарьев, обманщиков, мы ничего не достигнем. Бхактина такого говорит, я могу показать вам, вот мы опубликуем статью вскоре. И вот там говорится, что это Враджа Према. Если мы, сахаджи говорят, что мы можем читать Уджалани Ламани и прочие возвышенные книги, но Шрила Бхактина такого, что говорит, я могу показать его комментарии. Я же, написали уже, если Махараш написал много статей на эту тему. И вот говорится, он говорит о люди, если кто-то говорит, что может учить вас в Раджарасе, Шрила Бхактина Такура говорит, что если кто-то может научить вас в Раджарасе, то Бхактина Такура говорит, что такие люди – обманщики. Это невозможно, поскольку это не обманщики. В Раджарасе никогда нельзя научиться, но в процессе искренней севы автоматически эта раса явится в нашем сердце. Естественно, нам нужно иметь связь с какими-то подлинными саду, которые уже имеют эту Враджарасу, а научить в Враджарасе невозможно, и люди, обещающие это, они обманщики. И вот в Джава Дарме в Шичитане Чишикшамрите это описывается, и также в Бхактивинод Вани Вайбхаве пишется. И вот Бхактивинод Вани Вайбхав. И вот в Раджарасе нельзя научить кого-то. И вот если мы любим Джайдев Госвами всем сердцем, если наше сердце позволяет. А если наше сердце полно материального возделения, а мы пытаемся выставить себя как в Раджарасе, это всего лишь обман. На кого же мы обманываем? Мы обманываем себя. И вот Бхагаван не может дать вам больше шанс, будьте осторожны. И вот, смотрите, Джайдев Госвами, он пишет, если буду говорить об этом, это долго достаточно обширная тема, что Гуранга Махапрабху сказал, что то есть и прочие Гита Говинда — это нечто очень сокровенное, где все с Пурвараги. Когда Кришна не пришел, а Кришна пообещал Радхаране, что он придет, но не приходит. И вот весь день, всю ночь Радхаране все организовывала. А Кришна не пришел, Радхарани плачет, и после этого Кришна, когда пришел, Радхарани, она выгоняет его из-за таких приполняющих его, ее чувств. Вначале нужно показать, доказать, что вся материальная кама, все материальное возделение, оно ушло с нашего сердца, и тогда я могу что-то сказать. Иначе это не наставление Шрилы Прабхупады или Шрилы Кешава Госвами Махараджа. И вот это великолепная сокровенная прама. Поскольку
как любовь можно найти в этом материальном мире, там обычная материальная любовь, это искажено отражение той любви на Голоке. И на Голоке Вриндаване эта любовь, она уникальна, великолепна, безупречна. И, в этом, это искаженное отражение этой Мадхурасы. И вот если мы в материальном мире это как бы чем-то плохим считается. Все будут презирать вас, но в индийском это обществе, если вы вот если посмотреть на берег озера, на нем дерево пальмы, например, стоит на берегу, если посмотреть на это отражение, то наоборот будет, ну, то есть на земле это дерево корнями вниз, а этим верхушкой вверх, в озере оно отражается наоборот. That means Parvati reflection. What is top here? Prema Vilash. Aprakita Kam Vilash. But it should be honored. И вот это Прама Вилас, Апрахита, Прама Вилас, оно должно, этому должно придаваться наивысшее почтение. Но в материальном мире это наоборот не ваше дело. Океан Сиддханта, он бесконечен. И мы всего лишь обсуждаем малую часть от всего. Jai Shri Jai Krishna.